Всем привет, мы приехали в Германию. Сейчас мы недалеко от Нюрнберга, и здесь достаточно классный отель. Его называют «Постоялый двор», и он настолько современный, что мы немножко обалдели, потому что этот отель лучше, чем тот, что у нас в Праге, «Адеба». Я не знаю название этого отеля, но я потом спрошу и обязательно напишу в видео. Вход нормальный. Так вот мы заходим. Первое, что мы видим, это то, что не просто кровать, это диван, его можно сложить, и это удобно. Здесь сразу плазма. Это круто. Я надеюсь, она работает. Так, здесь пусто. Думаю, сюда можно что-то положить. Больше всего мне понравилось то, что в подушках здесь положили Мишу Харибо, и это мило. Идем дальше. Ну, соответственно, санузел, это все понятно. Тут раздельная. Плюс еще вот здесь. Посмотрите, какая здесь ванна. Она потрясающая. Она классная. Она... Да. Нечего сказать. Ну, полотенце, это все понятно. Ой, шикарненько вообще. Да. Да, сразу видно, что Германия. Вы думаете, это вот, ну, как бы шкаф, и все, и ладно. Не, ничего подобного. Оп, оп. И здрасте, это кухня. Это маленькая такая спрятанная кухня. Здесь есть микроволновка, кофеварка, средство для мытья посуды. Здесь течет вода, плита. Здесь холодильник даже. Здесь приборы. Ну, тут какая-то мелочь, которую, видимо, оставили предыдущие. Так. Дальше. Здесь посуда. Очень все предусмотрительно. Есть вторая комната, да, поскольку у нас три человека, это вторая комната. Тут достаточно большая кровать. И окошко, оно здесь, оно по диагонали. И оно закрывается даже. Я это делать не стану, потому что здесь классный вид на природу, классный вид на любимые рыжие крыши. Да. Ну, здесь как бы, ну, шкаф, но он хороший. Да, ну, шкаф как бы, шкаф, и ладно. Ну вот, собственно, и все. Такой классный отель нам подобрали рядом с Нюрнбергом. Ехать где-то порядка часа. Не так уж и много, и доехали мы быстро. Ну, здесь просто вид на какой-то еще один дом. Вот и все.